Отлично. Так, Рубен? Да. Ответь старому закадычному другу. Ну? И без обид. Ну да. Что? Ты хочешь жениться? Сэнди, никаких сомнений. Ясно? Я встретил любимую. Меня тоже любят. Все идет, как я задумал. Тогда вперед. Так, все улыбнитесь. Ведь у нас праздник. Бабушка улыбочку. И все вместе. Добрый вечер. Я Стэн Эндурский, шеф Рубена. Спасибо, Тронов. Рубен не тот человек, чтобы хвастаться успехами, так что я поведаю о них сам. Этот парень – лучший из экспертов по оценке риска в том бедламе, что мы называем страховым бизнесом. Ирвин и Вивьен, вы вырастили замечательного сына. Рубен, Лиза, я вам скажу одно. Страховой риск вашего брака я считаю минимальным. Мазл тов, счастья вам. Да, Лиза, не переутоми его в медовый месяц. Мальчик нужен мне полным сил. Мазл тов, поздравляю. Честно говоря, я ждал этого дня всю свою жизнь. Почти 5 лет назад я встретил агента по торговле недвижимостью. Лиза! Квартира, которую мне она показала, я снял ради знакомства. Я ему скидку дала. Крошечная, а на пиранье. Нет, серьезно. Мы встречались месяц, и я влюбился. И, наконец, наступил этот день, о котором я думал и мечтал так долго, предвкушая долгие годы счастья. Thank you.